Вот ни у кого нет такого интереса, как у Влада Кирки. Смотри, он уже полчаса сидит возле нее, стоит, уже пляшет. И очки снял, очки одел. Вот смотри, кадрит. Кадрит. Ему никто не нужен, ему нужна Пинчук. Он ни на кого не смотрит, на девчонок. Он прям прицельно смотрит на нее. Прицельно. Владик. Осознаться-то не может, что ему нравится Ирка. Не может. Ну ты посмотри. Вот так. Все, уже Пинчук кричит. Все, а Влад еще не уходит. Ты посмотри, что творит, а. Ты посмотри, что он делает. Ты посмотри на него. Да, Донни, признайся. Наберись смелость и признайся Ирке в любви. Кто-то помешал ему там. Что такое? А ему ничего не мешает. А потом не говорите мне, что Влад не любит Ирку. Эх, смотри, как он возле нее там мурмуля выкручивает. Посмотри. Он уже и очки в руках крутит, лишь бы только Пинчук на него обратила внимание. И посмотри, вот, и посмотри, что делает. Он ее подвинулся, уже стал перед ней. Ты посмотри, а? Ой, Кадони, ой, шалун еще тот. А мы все запротоколировали. Прости, Влад, но как-то вышло. Со стороны вы смотритесь шикарной парой. Просто идеальной парой. Ирка сопротивляется.